Спасибо огромное за поддержку и доверие. Выдвинул свою кандидатуру, потому что мне стало больно смотреть на то, что происходит у нас в обществе. Никакой отчетности. С людьми разговаривать нынешний председатель абсолютно не умеет, не идет ни на какие диалоги, но успевает делать пакости. Поэтому я хочу, чтобы в нашем обществе был председатель порядочный, достойный этого места. Пакости озвучьте, пожалуйста. Какая разница? Ну делайте же, не будем уточнять. Поэтому я хочу, чтобы в нашем обществе было все прозрачно. Денежные средства, чтобы поступали максимально, в максимальном количестве, только на расчетный счет. Никакой налички, в крайних случаях. А сколько она дач продала? Да, чтобы была отдельный вопрос. Хочу, чтобы вы нам все помогали, потому что вот сейчас мы все сплотились, и у нас огромная команда. И если мы будем вести такую жизнь сплоченную, я думаю, у нас все получится. Давайте поддерживать друг друга. Я благодарю вас за внимание. Спасибо всем большое.